Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также странички моей в Facebook, где будут продаваться все монеты, которые предоставлены в этом видео. Итак, у нас здесь все страны очень разные. Здесь всего 15 монеток. Сейчас их вместе с вами посмотрим. Вот. А вы подумаете, или нужно вам коллекцию или нет. Посмотрите, ссылочка в описании, где можно будет их заказать. Итак, первая у нас монетка. Это у нас город Кипр. 5 центов. Не город, а страна Кипр, извиняюсь. 5 центов. Таких вот. 83-го года. Материал никель-латунь. Монетка обиходная. Гурт у нас гладкий. Здесь у нас написано Киприус. 83-й год. Вот такая вот монеточка. Кому не нужно, можете заказать себе у меня в группе. Ссылочка в описании, в Фейсбуке. Следующая наша монетка. Это у нас 20 центов. 1983 год. Зимбабве. Тут изображение моста. Гурт у нас гладкий. Здесь вот такой у нас. 1983 год. Вот. Мида никель и сплав. Такая вот у нас монетка. Следующая наша монетка с морской звездой. Это у нас Багамские острова. 1 цент. 1974 года. Монетка такая трошки подуставшая, конечно. Я думаю, что можно почистить. Гурт у нас гладкий. Все просматривается, все видно. 1974 год. Такая вот красивая, симпатичная монетка. Вот. Материал у нас латунная. Ну, вот такая вот монетка. Следующая наша монетка, это у нас 1 цент. То есть не 1 цент, а 1 доллар. Но с изображением орла, такая вот симпатичная монетка. Страна Намибия. Вот, 2008 год. Гурт у нас ребристый. Здесь Республика Намибия, 2008 год. Такая вот симпатичная монетка. Вот. Есть на явности, можно заказать. Материал латунь. Следующая наша монетка, это у нас 1 песо 2002 года, Доминиканская республика, тут написано Республика Доминикан, такая вот красивая монетка, гурт у нас гладкий, формат монеты 11-кутный, то есть не круглая, такая 11-кутная, здесь у нас Падре де ла Патрия, 2002 год. Такая вот красивая монетка, кому интересно, может заказать у меня в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании. Следующая у нас панамская монета, это 1 сентесимо, вот, 2001 года. Такая вот тоже симпатичная монетка, гурт у нас гладкий. Республика де Панама, Juan Сентисимо де Бальбао. Наверное, где-то так. А вот монетка. Кому нужно, заказывайте себе в группе. У меня в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании. Следующая у нас 1 рупий 2012 года. Такая вот красивая монетка. Прямо аж зеркальная. Впечатление, что в обиходе не было. Гурт у нас ребристый. Вот. Монетка, еще раз говорю, такая зеркальная, чуть-чуть почистил, протел тряпочкой и положил себе в коллекцию. Отличная монетка, прекрасная. Вот материал у нас таз никелевым покрытием. Вот, ну просто прекрасная монетка в прекрасном состоянии. Следующая у нас монетка Манитосина. Это у нас 5 центов, 94 год. Вот 5 цент. Изображение маяка. Это у нас Барбадос. Гурт гладкий. Барбадос. Тут написано 1994 год. Такая вот красивая, просто шикарная монетка. В неплохом состоянии. Материал латунь. Вот. Все чудесно. Кому нужна, заказывайте. Ссылочка в описании. Следующая у нас монетка, на мой взгляд, первый раз попадается мне. Вот. Была у меня. Это у нас 5 эскуда 94 года, Кабу Верде, страна у нас, гурт гладкий, так, сталь с мидным покрытием, Белмира,
монетка вот с изображением корабля. Вот я же говорю, монетка очень красивая, очень солидная. В неплохом состоянии, кому нужно, заказывайте. Так, вот это уже 1/2 пени, новой пени уже у меня проскакивала в группе. Вот, есть у меня еще одна нашлась. Это у нас Гернесси, 1/2 новой пени, 71 года. Гурт у нас гладкий. Здесь у нас такое вот изображение львов, 3 льва. Такая симпатичная монетка. Кому интересно, переходим по ссылочке и заказываем у меня в группе в Фейсбуке. Следующая у нас монетка, а это у нас Тринидад и Тобаго, 10 центов, 2002 года. Такая вот монетка красивая, с изображением цветка. Просто прекрасная монетка, горд ребристый. Республика оф Тринидад и Тобаго, 2002 год. Такая вот прекрасная монетка, небольшая. Коллекция, я думаю, самая будет том. Так, следующая у нас Намибия. Это у нас 5 центов 2009 года. Монетка, конечно, подржавевшая. У нас материал сталь с никелем покрытием. Гурт гладкий. Республика оф Намибия, 2009 год. Такая прекрасная монетка. Почистить немножко и положить себе в коллекцию. Вот. Такая следующая наша монетка. Это у нас Макао 10 АВО 92 года. Такая вот монетка. Гурт у нас гладкий. Здесь у нас такое красивое изображение с китайскими иероглифами. Такая вот просто прекрасная монетка. В прекрасном состоянии. Материал латунь. Вот, гурт гладкий, прекрасная монетка. Прекрасно. Может пополнить вашу коллекцию. 10. И следующий у нас скидно. Скидни Карибские Штаты. 1 цент 2008 года. Ест Карибиан Стейтс 2008. 1 цент. Гурт гладкий. Такая вот монетка. Материал латунь, легенькая монеточка. Следующая у нас монетка и последняя на сегодня. Это у нас Скидни Карибские Штаты. 5 центов 1984 года. Карибы статус 5 цент. У нас гурт гладкий. Материал, форма кола с хвилястыми краями. Такая вот хорошая монетка. Прикольненькая. Кто любит такие нестандартные монетосины, может себе заказать. У меня есть здесь. Заказать можно в группе в Фейсбуке. Ссылочка, как всегда, в описании. Такая вот латунная, ой, алюминиевая красивая монетка. Кого интересует, можно заказать у меня в группе. Ну, на этом мы закончим наш видосик. Всем, кто не подписался, подписываемся на мой канал. Ставим лайки, пишем комментарии. Буду ждать вот вас у себя в группе в Фейсбуке. Всем пока, до новых встреч. Пока.